Именно такие фразы в преддверии Нового года чаще всего можно слышать в салоне «Артека» от довольных покупателей. Ведь перед праздниками хочется побаловать себя и своих близких полезными и качественными подарками. А их в салоне «Артека» очень много, а сейчас еще и с хорошей скидкой. Если вы до сих пор еще теряетесь в сомнениях, что подарить близкому человеку, в салоне «Артека» есть отличное предложение к Новому году. Это ортопедические подушки с эффектом памяти и ионами серебра, разработанные при участии врачей-ортопедов. А на второе изделие для сна 50% скидка. Все врачи рекомендуют все-таки спать на ортопедических подушках, так как шейный отдел позвоночника разгружается, и мы просыпаемся здоровыми, счастливыми. Подарки есть не только для взрослых, но и для детей. Например, мяч-тренажер «Кенгуру». Он используется в качестве развивающего тренажера для малышей. Сидя верхом, ребенок может держаться за ручки, что значительно помогает развивать координацию и укреплять мышцы. С ним ребенок легко и непринужденно научится держать равновесие и просто будет весело и активно проводить время. В салоне «Артека» покупатели ждет 30% скидка на зимнюю ортопедическую обувь и 70% на последний размер обуви. А при покупке от 10 тысяч рублей стельки «Лана» в подарок. Также в нашем салоне можно приобрести подарочные сертификаты с номиналом 3 тысячи и 5 тысяч рублей. Отличный подарок к Новому году! Все покупатели, которые уже хоть раз приобретали продукцию в ортопедическом салоне «Артека», возвращаются обратно и не одни. Всей семьей являемся постоянными покупателями «Лины Артеки», как видите. Нам все очень нравится. И вот перед Новым годом решили себя побаловать подарками. Внучке кроссовки и себе любимую подушку. Успейте приобрести подарки себе и своим близким до конца месяца. А все необходимое помогут подобрать грамотные и профессиональные консультанты в салонах «Артека». Асаль Тулигенова, Дмитрий Петрий. Время новостей.